Приветствую всех любителей игрушек из киндер-сюрпризов и других продуктов. Сегодня очередное новое видео на моем канале. И видео посвящено очередной серии из киндер-сюрпризов. И серия Funko. Вот. В киндер-сюрпризах начали выпускать подобные серии. Вот еще одна серия. Вот так выглядит та сторона вкладыша, на которой изображена вся серия. Эта серия называется Street Style, переведем дословно уличный стиль, вот стиль улиц. И здесь у нас уже главные герои, персонажи, с соответствующей экипировкой, какими-то предметами, да, более подходящими. Вот, каждый там свой вкладыш у каждой игрушки, как в последнее время уже у всех. Один из вариантов, да, как изображено это на вкладыше. Вот, эта серия уже вторая из серии Funko. То есть первая серия вышла в 2021 году. Вот, мало ли, может, одна серия, да. Вот нет, а в 2022 вышла вот эта вот вторая следующая серия. Вот сначала все эти серии, что первая, что вторая, выходили только в Европе. Но вот годом позже первая серия появилась, где-то в 2022 году у нас появились коробки, видно, завезенные, скорее всего, из-за границы. И вот сейчас уже в 2023 году вот эти игрушки тоже стали попадаться у нас здесь в России. Вот, хотя в Европе, как минимум, да, эти игрушки вышли, практически годом ранее. Вот, тоже так с запозданием на год. Ну, и, скорее всего, тоже просто оттуда завезли какое-то количество игрушек из каких-то стран. Ну, давайте сейчас вместе с вами, да, вот соберем эту всю серию. Я собираю только основные игрушки, основные фигурки. На самом деле, в этих сериях еще очень много допов, но их я не собираю. Так, начнем вот с этой. Сразу я уже из кучки так отобрал две части, из которых соберется фигурка. Вот эти части. Внутри они вот так выглядят. Вот. Никаких дополнительных еще приспособлений, еще чего-то нету. Просто вот собираем. Все, получается такая прикольная фигурка. Кстати, мне почему-то вот как-то приглянулись эти Funko. В общем-то, что-то в этом есть стиле. Это уже вторая серия. Мало того, что это вторая. Уже точно есть третья серия. Она уже вышла на данный момент за рубежом. Но до нас еще не дошла. Есть надежда, может быть, тоже завезут коробочки. Это уже Funko по Гарри Поттеру. Это уже будет третья серия. Вот это пока вторая. Так, и идем дальше. Собираем следующую. Так, следующая фигурка пускай будет вот такая. Вот из этих двух половинок мы будем собирать. Так вот внутри выглядит. Кстати, довольно качественный пластик, приятный, твердый. Так все это довольно-таки приятно в руках ощущается. Легко собираются. В то же время достаточно четко, хорошо все фиксируется, плотненько. Тоже очень похоже на прошлые. Тоже вот есть такая, видите, такое отверстие сверху. В первой серии было тоже подобное. Я в конце, когда расставлю вот все игрушки этой второй серии, могу даже, да, ради интереса и первые достать фигурки, сравнить. Так, идем дальше. Давайте будет вот такой персонаж. Так, тут в таком вот шлеме он. Давайте, да, опять обе половинки. Внутри вот так они выглядят. Как я сказал уже, то есть вот 8 основных вот этих вот фигурок. И еще в два раза больше, 16 всевозможных дополнительных там брелочков и так далее, вариаций каких-то, таких плоских всяких штучек или веселечек. В общем, я эти допы не очень люблю, я всегда собираю только основные фигурки серии, вот, если есть такая возможность. Иногда бывает, что там одну-две положат и там везде на вкладышах прорисованы, но иногда бывает, приходится их. Здесь вот четко, да, 8 фигурок это вот отдельно идут. 16 допов, хоть к ним и относятся, но это отдельные там вкладыши, рисунки и так далее к ним идут. Так, переходим к четвертой фигурке. Так, вот у нас такой. Тоже внутри выглядит. Все они, да, пустотелые внутри. Ничего не поделать. Мы все это дело собираем. Так, все, легко все собирается. Хорошо держится.
Все они в каких-то вот шлемах там или бейсболочках. Ну, такой как бы, да, вот уличный стиль. Не зря так серия называется. Они в этот раз немножечко все такие. Так, следующее. Ну, пускай будет вот такой тоже с голубеньким. Некоторые похожи. Ну, вот есть светлые лица, есть темные лица. В этот раз 4 на 4. 4 светлых лица, 4 темных. В прошлой серии, по-моему, чуть-чуть не так было. Если что, обзор по первой серии тоже у меня есть на канале. Можно его легко найти. Фанка 2021 года. Вот. Собираем и эту. Хорошо. Тугенько вышла. Ну, тоже, да, у всех почему-то вот это вот остается отверстие. Ну, не знаю для чего. Куда это, может быть, одевать, еще что-то предусмотрено. По замыслу я до сих пор, ну, мне информация не попадалась, я, правда, ее и не искал, но вот у всех она вот это, такая дырочка, такое отверстие, она есть. Так, переходим к следующему. Мы уже, так, уже шестая игрушка. Что-то забавное в них есть. То, раньше были головастики, очень много их было, да, такие вот, которые вроде все одинаковые формы, правда, но по-разному раскрашенные, было много серий. Ну, что-то как-то вот головастики все. Канули, видно, уже все, больше про них что-то давно не слышно, уже несколько лет, можно сказать. Но вот зато, видно, вот видите, появились Фанко, теперь новый вид. Ну, мне, конечно, не так, чтобы шибко похоже, но в то же время однозначно можно понять этот стиль. Но все-таки определенная схожесть есть, но стиль какой-то выдерживается, да. Вот. Ну, наверное, тоже так теперь будут год за годом, наверное, каждый год. Хоть по серии Фанко выпускать, пока хоть новое что-то не придумаю. Так, следующий. С такой кепкой и в капюшоне. Внутри. Так, собираем и его. Тугенько, плотненько. Собрали все. С такой кепкой. Ну, у многих у них, да, вот это вот такая четырехлучевая корона. Что-то, наверное, обозначает. Ну, к сожалению, мне неизвестно, что это за символ, откуда он пошел, с чем он связан. Может быть, кто-то из вас знает, да. Ну, я не знаю. Но у многих Фанко, да, вот и мы видим такой символ. И у нас осталась последняя, восьмая игрушка. Что касается фигурок. Тоже бейсболка. Тоже вишневая. И опять этот символ. Это тоже корона такая четырехлучевая. Он внутри такой беленький, да, какая-то сложная составляющая, такая, несколько слоев этого пластика. Забавно. Ну и вот такая у нас последняя, восьмая игрушка. Ну, постепенно. Вот. Я много видел отзывов где-то что-то, да, что ну, не всем нравятся вот эти. Кто-то говорит, не буду даже собирать, какие-то странные. Ну, не вопрос, да, ну не нравится, да, можно не собирать. Ну, иногда бывает только что потом. Сначала одну не собрал серию, вторую, а потом какая-то третья понравилась. Потом хоп, смотришь, а первую, вторую уже и собрать тяжело. Ну, главное не упустить момент. Вот, может быть, все-таки присмотреться к ним раньше времени и, может быть, даже и понравится. Нет, что-то в них есть забавное. Только до сих пор не понимаю, зачем это отверстие. Ну, ладно. Итак, ну, давайте сейчас расставлю всю серию и подведем итоги нашего видео. Итак, вот все 8 фигурок второй серии Фанко. В сборе, вот так они выглядят, ну, очень даже забавненькие. Вот я обещал, так, ради интереса, да, ну, вот пара фигурок из первой серии, ну, вот видите, да, ну, в принципе, такого же типа, да, все такого же размера, с теми же отверстиями были фигурки в первой серии. Это вот так для сравнения. Ну, первую серию можете посмотреть в отдельном видео, да, и поймете, что точно такие же прикольные фигурки, ну, только чуть-чуть другие. Вот, ну, не знаю, начинают они мне нравиться, жду третью серию с Гарри Поттером, очень надеюсь, что у нас в России, может, тоже появится, и, ну, тоже, естественно, обязательно их соберу, там, правда, заявлено уже точно известно, там 12 фигурок основных, вот, ну, прикольно, будет их больше. Ну, вот на этом, пожалуй, и все, вот, пока они у нас в магазинах сейчас попадаются, ну, советую поторопиться пособирать, потом, может быть, сложнее, вот, ну, на этом, пожалуй, и все, что хотел рассказать. Смотрите и другие видео на моем канале и всегда найдете что-то интересное. А на сегодня это все.
Всем пока.